Здравствуйте, зрители, подписчики канала. Я снимаю эту серию не один, а с другом. Да, здравствуйте. Вот, и мы продолжаем прохождение игры Halo. Продолжает он, я смотрю. Ну, значит так. Да. Мы продолжаем, да. В прошлой серии мы на земле оказались, короче, да. Прилетели сюда. Ну и пошли убивать инопланетян. Там какая-то хуета была большая. Вот. Самое главное. Да. Я давно не играл, уже примерно неделю, полторы, просто были новогодние праздники, и было как-то не совсем до этого. Я потом, если буду делать свой канал, я на своем канале расскажу, как он отдыхал. Надо об этом рассказывать. Никому об этом не надо знать. Потому что тебя со мной. Чувак, мне все рассказали, что было. Before, вот эти патрончики там одни упаковки, шоколадные патрончики. Да. Боже. Так, значит, что я с этим бегаю? А то... Я когда смотрел его видео на своем телефоне, мне эта графика такая детская. Нормально. Прицел. Прицелился, молодец. Здесь нет прицела, но вот это есть. На этом есть. А на этом я просто, блин, уже. Я вообще слоупок в серии, потому что я без понятия, кто это. Я тоже слоупок в серии. Я часто начал свою игру убивать. Нет. Я еще ни разу не. Ну, когда я неудавшиеся серии, меня один раз убили, и все. Да. Что такие запутанные, тонкие, маленькие улицы? Мне это как-то не очень нравится. Тонкие, маленькие, тонкие, они разные бывают. Улицы бывают разные, потому что а, это... Я уже забыл. Это был бронежилет. Так, значит, сейчас мы пойдем. Куда мы идем? Нам надо идти, наверное, туда. Поэтому логично. Значит. Ты поворот профукал. Блять. Я думал, нам надо просто. А тут что-то тупик все равно. А ты дойди. Тут ты знаешь. Я не знаю, так сказал, дойди. Блин, помню, когда это Блэк тогда с Артемом. Блэк. Блэк с. Блэк. Они с Артемом тогда проходили. Если что, это не я. Они с Артемом проходили Halo 4 вроде, да? Че дальше? Я слоупок! А, вон ребята, да, что-то я их не заметил. Откуда они взяли? Из гнида. Да. Да, вообще, гранаты такой. Ты вообще не заметил, когда ты кинул в гранату? Гранату в труп? Труп улетел в живого. Будем его так звать, инопланетянин, сбил его с ног и взорвалась граната. Это было эпично. Да? Да. Блин, патрон. Теперь по слоупочу походи. Значит, сейчас мы идем. Сейчас, наверное, идем прямо. Идем прямо. Куда нам идти? Пытка вторая. О, блин! Ребят, вот эти вообще летающие патрон. Красавчики.
кто это? Те, кто смотрит, вы его зовите Василий. Спите. Начинающий. Так, водичек всосался. Костик Стора. Посмотри на его руку. Да. Я не знаю, правда, что это. И голова у него тектурки ушла. Нет, вот голова. Потому что не глаза. Что это глаза? У меня в руках были глаза. Все было. Так. Посмотри. Куда они идут? Ну, они что? Вот. Что его убил? За что ты его убил, падла? А ты его за что убил? За то, что он убил этого. Мстить нехорошо. Нет, хорошо. Нет. Опять сквозь текстурки. Блин, вот если подойти в Warface включить... Не включай. Играть в Warface, там, когда летите на миссию в вертолете, вот так вот подойти в упор, то там вот будут чисто такие же текстуры, как здесь, даже хренове, там прям пиксели видны. Молодец, зашел. Да потому что так и есть. Откуда они все прут-то... Куда мне переть? Вот в чем вопрос. Тебе? Ну давай. О, честно. Отметка, о боже. Метка. Куда тебе? И ничего не изменилось. О, да. Буквально вот это оружие. Так возьми. Она против них вообще хреново здесь. Here it comes. Во все лохали. А куда ты? А ну окей, сейчас пойду. Там, с другой стороны, сзади, ничего не можешь? Сейчас пойду по всей. Ну, тут я не знаю. Я посмотрю. Говорить ни с кем не надо. Навер. Тут не с кем говорить. С кем? Навер. Нет. О, дерево! Твою мать! Физика! Физика здесь просто. Она текстурный божество. Да. Не курить. Вот так. Дырка. Дырка. Про что-то новое. Дырка — это всегда хорошо. Боже, ушел. И посмотрите на текстурки. Костюма! Вот. Так, что-то кругами хожу. Спустись вниз, может там рядом с дверью что-то вот там? Вот да, там? Да, да, да. Может там. Скажем. Ох, ты молодец, вообще красава. Ты прокосил. Знаешь, такая хорошая. Играешь какого-то двух тысяч? Пять. Ну что ж. Да ну наш. Так, ладно, окей. Окей. Ну, позже тут тоже есть проход. Ну хватит кружочек. Смотри, зато тут не исчезает. Иногда вообще не простреливается. Конечно, это железо. Не трать патроны. Вон сбоку, посмотри, с другого. Вон там, там. Ого! Так, сделай вид, что ты дверь не увидел, да? Боже мой. Боже мой. Инновации, чувак. Зачем мусорку здесь ставить? Это самое нормальное место для мусорки. Просто. Развернись. Я знаю, я видел там дверь поесть. Подожди, а мы оттуда вообще пришли. Не волнуй, иди обратно. Ладно, окей. Здесь закрыто, здесь. Вот здесь вот тут началось, а вот здесь вот начал серию. Вот, там вот эта фигня сверкала. Я вот на этой вот фигне стоял. Ой, иди, иди. Так, вот здесь. Маленький. Всё, нахуй. Нормально, мишку купить.
открылась. Видишь? Пошли дальше. Вот это вроде. О боже, она открылась! Вот ты мне тут. Так, я не понял, а вот. Зато тут дал, говорю, дал там новую. Дал, зачем мусорку в углу, то что там в углу мусорка стоит. Это тоже. Это вообще очень полезно. Это просто бесценный. Вот, вот, что-то. Так, тут нет никаких патронов, может. Не оставил, такой складик небольшой. Я... О, ребята наши, нормально. Я вообще открывай пульт. Вообще паука. Нормально вообще. Всю стену на сейчас. Нет, сейчас, секунду. Айра. О. Ее пальцем как раз не больше. О, да! Совершенство текстур. Да какой текстур? Танцы, пацаны! Он решил... Боже, он замер! Боже, что у него за... О, боже, он еще моргает. О боже. Представь, ты проснешься и похрень. Да я бы... Ты убил меня. Сейчас. Да. А, нет, все нормально. Извините, тут технические неполадки, но... Да. Просто шел своей дорогой. Там не заставил. Он был одним из них. Это мне очень не нравилось. А ты один из людей. Господи, знай, за тебя упустит. О боже мой! Охренеть. Простите за мат, но... О боже мой, я охренел. Это вообще не мат. Ладно, извиняюсь. Я думаю, что извиняюсь за весь мат, который был на всей течении серии. Да. Так. Я на своем канале, естественно, если я его буду открывать, то я, скорее всего, буду делать обзор на игру Амнезия Машин Убийц. Нифига его раскрываю. Наверное, а хотя, да, это самое большое, нет, это... Самое большое количество крови, которое я видел от того. Господи, давай! Блин! Ты вообще что тут делаешь? Ты что тут делаешь? Умри, поэтому вам. Ну, он тот чек. Патроны никого не убьешь, но если только эти, то вот это. Еще можно пулемета. Ну там никто, не кончают. Никто гранату тут у тебя не отнимал. Или в рукопашку пойти. А я, а как тут вообще в рукопашку пойти? На правую кнопку пошли. На левую, чё у тебя? Где должна быть прицел, чё у тебя? Это... Тут у меня венок. Какая венок? Вот венок. Тут прицела нет. Так, здесь... Время прицела. Можно стрелять? Нет, то вот так вот. Когда начинаешь стрелять, попадает. Если бы там был бы прицел, тогда бы... О, еще ребята. Блин, падла. Вот эти вообще такие ручные гномики. Блин, а вот эти мне бесят у них. Умри.
гранату кидают. Да вообще, наступи. Это оружие? Да, тут их два или... Возьми, посмотри, что за... Так, держи. Вот это. О боже. Она пригрелась. Чувак, я тебя обрадую, она не бесконечная. Да, я понял. Ну ладно, поэтому я возьму свою. Так. Тоже не бесконечная. Ну, она хотя бы получше синий будет. О, здесь нельзя собаками находиться. Рома, а здесь нельзя есть. Слышишь, что там говорили? Нельзя с собакой. Не ходи тут. Chief, glad you can make it. Crash sites on the other side of this hotel, chief. Covenant are crawling all over. Я теперь тебе ночью в папке нас не должна сру. Представь, да, ты просыпаешься. О! Есть пожар. Ух ты, круто! Инновации! Круто. Ты что, такой ответ мне? Stay out of sight. Чуть-чуть, спасибо. Ну что там подо мной вообще бегаете? Эй, чувак, там столь... Нет, так мало. Вот, ты умрёшь, понял? Ты умрёшь первым, нет, вторым. Ты умрёшь ещё до того. Вот там вот, на умри. Нифига, я вкинул в него гранату, он умер. Я, блин, в сталкере в кого-то... Теперь это глюк, может, я в кого-то болтиком кинул. Вот кто? Болтом. Да. Нормально. Кинули кого-то болтом. Вот. Эти ребята просто гуляли. Может быть, это была дружеская пара. Ты взял так веролобно, лишил их жизни. О, ребята. Не наши, да? Не стреляй. Чувак, они вообще на тебя не реагируют. Да они вот за этим реагируют. Они заскриптованы только на тех. Или на ту сторону. Нет, они вот по этим палят, по этому, по боту. Ой, выстрелил чуваку. А мне им было вообще поставлено. Да. А я... Икунцы. Может, икунцы это вообще маленькие. А, да. Маленькие. Может, меркнут? Ну, якудзы смертные вообще. А как смертные? Подожди. Камикадзе. Блять, да. Ну, блин, у них название. Да. Да! Нет, что ли? Якудзы! Якудзы, камикадзе. Зе! Зе. Видишь, одинаковое окончание. Да, начинается по-разному. Ну и что? А окончание так. Все, езжает. Ура! Hey, careful, mate! Не держать. Лёгкое. Ребят, давайте. Поехали. Окей, давайте, сейчас. Офигел, блин. Блин, нафига. У меня тут не путает. Вот теперь такое. О, путай, они там что-то помогают. The highest concentration of Covenant troops is directly below the carrier. I don't think they want you to get on board. А, тут, то есть, типа, вот этим, как вообще? That bridge is the most direct route to the city center. Вообще, это вот... Сейчас, блин, это может. Да, мочи этого. Мочи всех. Не обращай внимания, езжай дальше. Куда дальше? С контейнера. Мочи этого. Так, это выпад. Это выпад. Да, вот так. О, всемогущий русский. Да, дай им собрать все, что можно. Чего вообще не стоит? В том, что прилетели инопланетяне. Человечество. Точнее, не сказать. Как обычно. Как-то это не новость. Я тут заметил во всех убили. Я тут заметил во многих. Про Японию. Да вообще. Вся хрень. Абсолютно практически вся хрень. Зомби-апокалипсис, геноцид. О, круто, дорожка. Чувак, всякие болезни, опять-таки, пришельцы. Все начинается где? Правильно, в Америке. Да, Америка. Еще и не красиво, что-то
analyzing the Covenant tactical chatter. They're surprised, confused. I don't think they expected us to be here. Not О, господи, я не знал, что здесь Humanity on Earth. Теперь я знаю про эту комнату. Того, что я не знал. Логично. Да, моя логика. Как видите, он иногда может потрахивать нас. Опа, машина горит. Да нормально, как это? Ну, опа, мы горим, чувак, надо вылазить. Ты выпрыгнул. Чувак, я... Машина взорвется. Ну, а горит, чё мне чувак, делать? Чувак, это беда, машина не взорвается, может не взорваться, если ты не горит. Ну, окей, давай пока. Ее еще пару раз попали, так что... Ну, все равно, но она же взорвалась. Ну, в нее но при попали. Этом она горит, но она горела. В нее же попали? Она горела. Горело, поэтому она сняла. Посмотрим, сейчас рвут. У тебя все из-за Артема. Сколько вообще? Сколько сейчас? Вверх. Хорошо. Сейчас. 25. Ты чё? Так, я могу его? Да, о, а чё б ты не мог? Я крутой вообще. Сейчас такой звук издал. Вот такой. Вообще, да? Я затащил. Да ты чё, помоги. Вообще никого. Вот эту. Какую? На которой вот этот человек. Ну, ладно. Но оно не лезет. Опа, очки. Так, это... Да. Еще дальше прыгнул на бомбиле. Ха-ха-ха. Опа, машина возродилась. Тебя это вообще не волнует? О, нормально. Ребята, вы вообще про механику хочешь? Все на скорую руку. А еще хотя бы говорят, что китайцы. Кошку. Уи! Я почему не могу? Да, это такая прям вообще не труп, а просто вообще. Да. Не же вперед этот лезет. Вот теперь я поеду вперед. Она почти перевернулась, ну давай! Оу, oh, yeah! Ура! Наши победят. Теперь мы включим супер нетру. О, еще. Вообще настолько, что ты больше. Зайшел. Ему крышу придется пробить. О, вообще настраивай то, что колеса не хватает. Ну поедем. Тот уже успел. А теперь пешком. А ты пол это вообще работает. А. Так что работает. Так, и я остался. И только еще гранатку при. Опа, давай теперь. Ну! Опа, я еще живой. Еще гранат. Давай, трамплинчик. Пинг! Физика в игре поражает. А, прекрасно. Слушай, блин, если я бы на такой хрень ехал. Я бы сам с такой высоты еще на голову приземлился. Мне бы шлем бы нахрен голову разбил за шлем. Что не? Мы пробили бы черепную коробку. И повредили. Ой, я как бы мозг. Бабушка. Да.
стоп. Так, очень громко. Вроде так эффективно построить. Ну это еще живой, что ли? О, нормально. Красавчик. Ну, долбался другой. Нет, ты ему, это не по роже, да, он вылетел. Да, стоит, прям это. Да. Сейчас, дай. Ты меня убил. Надеюсь. Ну, ладно, счет. Давай еще один попробуй. А сразу вообще нельзя было так сделать. Нужно, видно, было понтануться и врезаться по полу. Да. О боже, загрузка. О. Как сильно упал FPS. А с белым экраном все лечится. О, ребят. It blew right through us. 50 cal rockets didn't do a thing. Босс. Ну сейчас ты на танке вот, поедешь, да. По-любому. Охренеть. Вот этот генерал. Я говорю, поблагодарить себя. Too, sir, причем никто не знает, чил белый или чил. Что вообще не чил. Очень, вроде бы чил. What about that scare? We've all run the simulations. They're tough, but they ain't invincible. Stay with the Master Chief. He'll know what to do. Yes, sir, Sergeant. Thanks for the tank. He never gets me anything. Oh, I know what the ladies like. Против этого гиганта мы помочь убьем его, короче, в следующей серии. А пока. До свидания, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось, спасибо.